Премьер-министр Финляндии Санна Марин второй день не покидает топ новостей. Вчера все обсуждали слитые в сеть кадры с вечеринки. А сегодня появилось продолжение. Оказывается, после тусовки Марин поехала не домой, а продолжать в клуб. И теперь вопросики появились и у ее мужа, с которым она 18 лет вместе. Дело в том, что на всплывших кадрах премьер-министр обнимается и танцует с горячим незнакомцем. Санна пока не комментирует эту запись, зато сегодня на внеплановой пресс-конференции она поведала, что сдала тест на наркотики. Общественность подозревает ее в употреблении запрещенных средств, так как на вчерашней записи с вечеринки были слышны слова, которые переводятся на русский как «мука» и «порошок». Но Марин уверяет, что пила только алкоголь. Правда ли это, узнаем через неделю, когда придут результаты теста.